Трое наших агентов были раскрыты в Варшаве. Хотя им удалось скрыться в коллекторах, урон был достаточно серьезен. Моей задачей было проконтролировать, чтобы секретная информация не попала в руки немцев любой ценой. Меня доставили тайно, замаскированную и без оружия. Нужно было найти агентов до того, как это сделает гестапо. Если бы другого выхода не было, я должна была их ликвидировать. Таков был приказ. Как я и подозревала, они скрывались в канализации, неподалеку от гетто. Пробраться туда было нелегко. Немцы защищали все гетто. Thank you.
«Моя дорогая Линя, не беспокойся за меня. Из-за серьезного ранения меня перевели в Варшаву, где я теперь охраняю вход в коллектор. Но мне уже наплевать. Я нашел секретный склад с оружием, принадлежащий партизанам, и не доложил о нем офицерам. Я видел такое, что боюсь тебе описывать. Правда так страшна, что лучше тебе ее не знать. Следует быть честным с тобой, Леня. Я уже и не мечтаю вернуться домой. Что мне делать с потерянной жизнью? Я уже практически живой труп. Пусто. Никаких эмоций. Вот что война сделала со мной. Будь она проклята, будь прокляты те, кто за нее в ответе. Я хочу лишь освобождения вечного сна. Прощай, твой Фолькер». Слишком поздно. Один из агентов был пойман, а уж в гестапо умели заставлять людей говорить. Другими словами, лучше бы он умер. Я должна была проследовать за ними в тюрьму. Но сперва нужно было найти остальных.